Всем здравствуйте. Выставляем угол 90 градусов. Проводим линию по всему периметру комнаты, где будет находиться ковер. И приступаем к работе. Изначально вымеряем плитку в нужный нам размер, после чего режем. И полируем. Затем режем наши заготовки под ковер и укладываем без клея. Плитку внутри ковра отмеряем на месте и режем. После того, как ковер собран, мы убираем плитку. И приступаем к укладке ковра. Друзья, музыку для моего канала пишет мой сын Валиев Дмитрий. Заходим по ссылке и слушаем нашу музыку. Ссылка в описании. А также есть группа ВКонтакте. Подписываемся в группу ВКонтакте на новую музыку. Ссылка в описании. В следующем видео мы рассмотрим рифленую плитку из Испании. Размер такой плитки 0,45 на 1,20 м. Подписываемся на канал, чтобы не пропустить эту новинку. Будет интересно. Всем пока, спасибо за внимание.